Всем привет! Снова короткое, но очень полезное видео. Помните, я уже рассказывал о том, что наконец-то появилась возможность завести Wi-Fi модули от Intel. Пусть и только в Каталине, и только в Клоуре. Ролик на эту тему все еще на канале. Однако тот драйвер был еще на ранней стадии разработки, и забрасывать его надо было в системную папку. В той же теме на форуме TonyMac86 через некоторое время появился новый, модифицированный кекс для Wi-Fi от Intel, и активируется он намного проще предыдущего. Для этого достаточно скачать архив с сайта разработчика или с форума, распаковать его. Далее с помощью Clover конфигуратора или любым доступным способом открываем загрузочный раздел EFI. Заходим в папку Clover, Kext, Other. Перетаскиваем подходящий нам кекст. Затем нажимаем «Перейти в программы» и перетаскиваем туда утилиту Heliport. Перезагружаем систему. Запускаем утилиту, дав ей все разрешения. Вы также можете добавить ее в автозапуск. И все, Wi-Fi работает. У меня завелся модуль 7265 на ноутбуке, а на материнской плате появился Wi-Fi от Intel 3168, который также считался незаводимым. И теперь, если вдруг ваш Wi-Fi не заведется, не придется лезть в систему и доставать его из нее. Достаточно просто удалить лишний кекст. В общем, все ссылочки в описании, тестируйте и отпишитесь, получилось ли у вас. Всем пока!